продолжай. Я тебя полюбила. Значит, все полки. На месте. Опять же. Так, все работает. Так, дальше. Раковина. Опять же, ничего не течет. Но она прикручена там, правильно? Нет, она не прикручена. Нет, она не прикручена. Вот так я вижу. Ага, понятно. Унитазы. Любимые наши. Если она делала вот это, пожалуйста. Вот там вот жил ковер с животными. Сейчас он больше там не живет. Да, животное, которое вот оттуда был? Он был вот там, да. Мы его решили однажды расстелить. И у меня чуть не случился инфаркт. Потому что оттуда... Ну там эти вот эти, знаешь, макрушки, видимо, завелись. Да. Знаешь? Они, вот эти, он кишил. Поняла, да, какие? Там одна появилась, и она быстро... Я тут же позвонила Фреду и сказала, что говорю, что угодно, говорю, я этого ковра здесь не будет. Он разрешил его выкинуть. Ковра... Я предлагала. Ковра, наверное, больше нет. А это приехала, знаешь, дверь. Дверь, ну, опять же, видно, что она так шумом и закрывала. Причем, когда кондиционер не работает, вот когда было холоднее на улице, она нормальная, она отглаживается. А, глаза рассыхаются, да? Ну, это такое, нет, не происходит.